Hello friends, my name is Ksenia and we are learning Russian. We continue our course on 100 Russian verbs in present tense in different forms. Today our first verb is to demand. Требовать. Infinitive требовать. I demand a refund. For example, there is some spoilage or defective good or something. I demand a refund. Я требую вернуть деньги. Я требую вернуть деньги. Деньги, money. Вернуть, return. Вернуть деньги, return money. Я требую вернуть деньги. Another forms with different endings. You demand a refund. Ты требуешь вернуть деньги. Я требую, ты требуешь. Ты требуешь вернуть деньги. He demands a refund. Он требует вернуть деньги. She demands. Она требует вернуть деньги. We demand a refund. Мы требуем вернуть деньги. You plural. You demand. Вы требуете вернуть деньги. They demand. Они требуют вернуть деньги. I demand. Ой. Я требую, ты требуешь, он требует, она требует, мы требуем, вы требуете, они требуют. Next verb – to lose – терять. Терять, infinitive – терять. I lose my patience or I am losing my patience. Я теряю терпение. Я теряю терпение. You are losing your patience. Ты теряешь терпение. He is losing his patience. Он теряет терпение. She is losing her patience. Она теряет терпение. We are losing our patience. Мы теряем терпение. You plural. Вы теряете терпение. They are losing their patience. Они теряют терпение. Я теряю, ты теряешь, он теряет, она теряет, мы теряем, вы теряете, они теряют. Now two verbs. For example, I am losing my patience and demand a refund. Я теряю терпение и требую вернуть деньги. You. Ты теряешь терпение и требуешь вернуть деньги. He. Он теряет терпение и требует вернуть деньги. She demands and lose. Она теряет терпение и требует вернуть деньги. We. Мы теряем терпение и требуем вернуть деньги. You plural. Вы теряете терпение и требуете вернуть деньги. They. Они теряют терпение и требуют вернуть деньги. Now more positive verbs and examples. To reach. To reach. Достигать. Infinitive. Достигать. I reach high results or good results in sports. Я достигаю высоких результатов в спорте. High – высоких, высоких результатов. Я достигаю высоких результатов в спорте. You – reach. Ты достигаешь высоких результатов в спорте. He reaches. Он достигает высоких результатов в спорте. She reaches. Она достигает высоких результатов в спорте. We reach. Мы достигаем высоких результатов в спорте. You plural. You reach. Вы достигаете высоких результатов в спорте. They reach. Они достигают высоких результатов в спорте.
Я достигаю, ты достигаешь, он достигает, она достигает, мы достигаем, вы достигаете, они достигают. Next verb to fall, падать. Падать, infinitive падать. Let's make positive example. I fall on the sofa. For example, I came home from work and fall on the sofa. Я падаю на диван. Sofa, диван. Я падаю на диван. You fall on the sofa. Ты падаешь на диван. He falls. Он падает на диван. She falls. Она падает на диван. We fall. Мы падаем на диван. You plural. Вы падаете на диван. They fall on the sofa. Они падают на диван. Я падаю, ты падаешь. Он падает, она падает, мы падаем, вы падаете, они падают. Two verbs. For example, I'm losing my patience and fall on the sofa. So you are waiting for your wife to get ready and you lose your patience finally and fall on the sofa. Я теряю терпение и падаю на диван. Ты теряешь терпение и падаешь на диван. Он теряет терпение и падает на диван. Она теряет терпение и падает на диван. Мы теряем терпение и падаем на диван. Вы теряете терпение и падаете на диван. Они теряют терпение и падают на диван. Next verb to forgive. Прощать, прощать. Infinitive. I forgive the waiter his mistake. I forgive the waiter his mistake. Я прощаю официанту его ошибку. Ошибка, mistake. Forgive a mistake, прощаю ошибку. Я прощаю официанту его ошибку. You forgive. Ты прощаешь официанту его ошибку. He forgives. Он прощает официанту его ошибку. She forgives. Она прощает официанту его ошибку. We forgive. Мы прощаем официанту его ошибку. You plural, you forgive. Вы прощаете официанту его ошибку. They forgive. Они прощают официанту его ошибку. Now let's make a sentence, for example. I'm losing my patience, but I forgive the waiter his mistake. Я теряю терпение, but no. Я теряю терпение, но прощаю официанту его ошибку. Ты теряешь терпение, но прощаешь официанту его ошибку. He. Он теряет терпение, но прощает официанту его ошибку. She. Она теряет терпение, но прощает официанту его ошибку. We. Мы теряем терпение, но прощаем официанту его ошибку. You plural. Вы теряете терпение, но прощаете официанту его ошибку. They. Они теряют терпение, но прощают официанту его ошибку. Happy end. Now again let's have some training. I say English sentence, you say Russian. Let's take the easiest. I fall on the sofa. I say, I fall on the sofa. You say, я падаю на диван. And in all forms. Okay, let's start. I fall on the sofa. You say in Russian. Я падаю на диван. You fall on the sofa. You say in Russian. Ты падаешь на диван. He falls on the sofa. Он падает на диван. She falls on the sofa.
Она падает на диван. We fall on the sofa. Мы падаем на диван. You fall, you plural, you fall on the sofa. Вы падаете на диван. They fall on the sofa. Они падают на диван. Молодец. And now let's take two Russian verbs. I say, for example, reach, достигать, and forgive. Yes. Достигать, forgive, прощать. I say, я достигаю, you say, я прощаю. In all six forms, okay? Я достигаю, you say, я прощаю. Ты достигаешь, you say, ты прощаешь. Он достигает, он прощает. Она достигает. Она прощает. Мы достигаем. Мы прощаем. Вы достигаете. Вы прощаете. Они достигают. Они прощают. Good. Молодец. It's enough for today. Watch this lesson again to remember all verbs and endings. Also watch the whole playlist of the course 100 Russian Verbs. If you see this video for the first time, our video for the first time, then please follow our YouTube channel, join our Facebook page. Let's learn Russian and make friends! Давайте учить русский и дружить! Пока!